По-царски торжественно, под перезвон колоколов и пение церковного хора, открылась передвижная выставка гравюры и литографии 300-летий истории императорского дома Романовых графики 18-20 веков. Мы сейчас работаем в Московской области, и мы видим, что здесь представлены и литографии, и гравюры замечательных и русских мастеров, и зарубежных, которые открывают нам вот этот мир дома Романовых, совершенно уникальный. Мне кажется, это очень важная часть просветительской деятельности, очень важная часть направления работы, с одной стороны, Министерства культуры, а с другой стороны, наших коллег, которые взялись за это дело, большое дело, и в этом очень непростой, новый для нас, для всех ситуации, учитывая все новые особенности и стандарты существования музейных пространств, сегодня открываются в Московской области. Работы русских и зарубежных мастеров представлены Калужским музеем изобразительных искусств. Именно этот регион является координатором национального туристического проекта «Императорский маршрут». Это уникальная выставка. Уникальность ее в том, что вот эти работы на территории Российской Федерации, они выставляются впервые, после того, как эта выставка вернулась из эмиграции. Усово-Ильинская – единственная в Подмосковье императорская усадьба, принадлежавшая великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. Место проведения выставки поистине символично. Не случайно и дата. Церемонию открытия приурочили к 10-летию освящения Спасского храма села Усово. Только хорошо зная историю, только сохраняя места исторической памяти, мы можем надеяться на... с уверенностью смотреть вперед и надеяться на настоящее созидательное будущее. Поэтому для нас эта выставка имеет огромное значение. Коллекция посетит еще несколько регионов страны. Гости православного просветительского центра Усово-Спасское увидели экспозицию первыми. Впечатление будоражащее сердце на самом деле, потому что эта выставка просто восхитительна, который содержит такое большое количество экспонатов, которых мы не видели ранее. И счастье, что многие регионы увидят ее тоже. Выставка, посвященная истории императорского дома Романовых, будет работать в Музее православного просветительского центра Усово-Спасское до конца ноября. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».